Крем-шоу. Пусть день будет добрым. Дорогие друзья, прямо сейчас у нас СМС-интерактив. Напомню, победитель получает подарок от Минского городского управления МЧС и журнала «Юный спасатель». Подарок этот это плед для туристов, туристический плед. И хочу вам напомнить, что в период с 12 по 24 октября в республике проходит акция «Молодежь за безопасность». Активисты белорусской молодежной общественной организации «Спасатели пожарных» вместе с работниками МЧС посещают социальные приюты и дома-интернаты, общеобразовательные учреждения. «Юные спасатели пожарные» рассказывают сверстникам о своей деятельности, об организации и проводимых мероприятиях. Закончится акция 24 октября большим мероприятием в торговом центре Е-Сити на улице Денисовской. Здесь все желающие смогут познакомиться с аварийно-спасательной техникой пожарных, а также принять участие в конкурсах, викторинах, развлекательной программе и смогут посмотреть праздничный концерт с участием звезд белорусской эстрады. И прямо сейчас я готов задать вам вопрос. Итак, друзья мои, назовите-ка девиз этой замечательной организации. Первый вариант – один за всех и все за одного. Второй вариант – нет дыма без огня. Третий вариант – берегись бед, пока их нет. И четвертый вариант – вместе весело шагать по просторам. Ну, просто вместе весело шагать, да. И можете присылать прямо сейчас свои верные ответы. Можно присылать либо цифру 1. Напомню, это один за всех и все за одного вариантик под номером 1. Под номером 2 вариант – нет дыма без огня. Под номером 3 – берегись бед, пока их нет. И под номером 4 – вместе весело шагать. Каков девиз организации, которую сегодня мы, в принципе, и представляем? Напомню, это белорусская молодежная общественная организация спасателей пожарных. Прямо сейчас отправляйте свои верные ответы. Кто окажется первым, тот и будет укутываться в плед. В поездках, в походах, я не знаю, на даче, дома. Неважно. Главное, что это теплая, нужная вещь. Тем более в такую погоду. Оставайтесь с нами. Крем-шоу. Пусть день будет добрым. Итак, дорогие друзья, будем подводить итоги этого часа. Подводим итоги нашей игры, которую мы проводили совместно с Минским городским управлением МЧС и журналом «Юный спасатель». Я спрашивал у вас, какой же девиз организации Белорусской молодежной общественной организации спасателей пожарных? На ребяшки, конечно же, один за всех и все за одного. И цифру один нужно было прислать на номер нашего смс-портала 104.6. Побеждает абонентчик, последняя цифра номера звучат как 5540. Вы молодец, вы победитель. Ну, а я буду с вами прощаться, буду желать вам хороших, добрых выходных, которые пролетят, как всегда, незаметно. И мы с вами услышимся уже в понедельник, ровно в 11.00. Скоро, совсем скоро здесь в студии появится мой коллега Герман Быстров, который, конечно же, поможет вам легко и непринужденно добраться сегодня домой. Ну, а мы с вами услышимся уже в понедельник. Всем пока!